Завершились восстановительные работы на главном рубцовском канализационном коллекторе по проспекту Ленина. Напомним, 2 недели назад в центре города произошло разрушение части коммуникаций. Подтопленными оказались несколько сотен многоквартирных домов, в том числе социальные учреждения. Спустя почти неделю специалисты водоканала заменили старую трубу на новую, более современную. На данный момент водоотведение уже восстановлено во всех домах. Коммунальщикам останется только привести в порядок проезжую часть, где велись ремонтные работы. Чтобы уложить свежий асфальт, придется дождаться стабильного потепления.